Искусство зарождения мира. В музейно-выставочном центре открылась выставка работ великого мастера 20 века Марка Шагала «La Bible». В экспозиции представлено 40 литографий на тему библейских сюжетов. Уникальное собрание приехало в Иваново прямиком из Петербурга. Творчество Марка Шагала вообще в целом особенное. А эти литографии – это некий такой взгляд художника на Библию, как он говорил о том, что Библия – это природа, и ее тайну я пытаюсь передать. Считается, что так, как Шагал проиллюстрировал Библию, не может и не мог никто. Все работы сопровождают и дополняют выдержки из Библии. Посетители могут не только полюбоваться на необычной литографии, но и попытаться понять суть Священного Писания, как это пытался сделать сам художник. Эти работы, помимо библейской мудрости, вмещают в себя простоту и красоту отдельных рассказов. Марк Шагал родился в еврейской семье в России, но большую часть жизни провел во Франции. Его творчество уникально. Оно не вписывается в национальные рамки и в художественные направления. Можно увидеть здесь 12 работ из серии «Окна Иерусалима». Это эскизы витражей. Марк Шагал создавал их для соборов по всему миру. Конкретно эти эскизы автор рисовал, чтобы позже сделать красочные стекла для синагоги в Иерусалиме. Эти работы очень редко выставляют в России, а музеев, которые имеют в своей коллекции подобные подлинники, можно пересчитать по пальцам. Уникальная выставка будет работать до конца августа. Посетить ее смогут все желающие. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.